Итак, здравствуйте, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала. На этот раз я хотел бы вам рассказать, как нарисовать 3D рисунок в домашних условиях, не прибегая к сложным методам. Для этого нам потребуется в первую очередь какое-нибудь стекло, либо прозрачный предмет ровный. И это стекло я взял из холодильника. У меня в холодильнике вот такие полочки. Далее нам потребуется маркер, черный, либо зеленый, либо синий, нет разницы. Главное, чтобы он рисовал по стеклу. Значит, рисовать мы будем в нижней части, так как у меня при себе нету никакого ни ватмана, ничего, и в принципе удобнее будет потом переносить рисунок. Будем рисовать в нижней части, потому что рисунок у меня будет небольшой, и бумага тоже. Примерно вот здесь мы будем рисовать, и чтобы нарисовать, мы подкладываем под низ вот такую тетрадку, либо что-либо аналогичное. В данном случае я рисую куб. Вот такой куб у нас получился. Вы можете нарисовать что угодно другое, но я захотел нарисовать именно куб. Метод подходит под любые рисунки, поэтому не ограничивайте себя простыми моделями. Теперь нам нужно это стекло зафиксировать. Буду фиксировать я его с помощью принтера и книг. Я беру несколько книг. Ставлю удобным методом. Вот таким образом. И теперь я могу подложить листочек бумаги, что я сейчас и сделаю. Так, где тут моя бумага? Ага, вот. И подлаживаем, чтобы зафиксировать. Если бумага не зафиксирована, то можно прибегнуть к методу приклеивания бумаги скотчем. Сейчас я приму удобное положение в одной точке, буду смотреть с одной точки и переводить рисунок на бумагу. Вот примерно с такого ракурса я буду смотреть и таким методом вот переносить. Так, вот я закрыл один глаз, чтобы второй мне не мешал концентрироваться. И такими движениями я переношу рисунок на бумагу. Вполне реально приловчиться к этому, поскольку я плохо рисую и никогда не имел дела с рисунками в таком плане. Поэтому я рисую довольно медленно. Так, таким образом мы обводим рисунок, и после чего мы будем уже дорисовывать и обрабатывать его с помощью линейки, карандаша и так далее. Вот вы можете видеть примерный ракурс, откуда я смотрел, и вот так вот обводилось это все. Ну что же, я обвел это все линейкой, и даже на видео вы можете увидеть четкий 3D эффект, если присмотреться. Действительно, я даже не надеялся, что получится все-таки реалистично. А вы можете раскрасить это все что угодно. Но я показал вам сам принцип, само действие. Смотрим отсюда, здесь он ровный, смотрим чуть-чуть дальше, и здесь он уже как будто с другой стороны. А на самом деле это у нас вот такая фигура, которая с прямого угла совершенно неровная и неправильная. Ну что же, дорогие друзья, надеюсь, это видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и я уверен, что на моем канале будут еще интересные для вас видео. Ну что же, до скорых встреч и увидимся в следующих выпусках.